самый, да, бойцы. Да, держи. Да на нем легче, конечно. Легче не баловаться, ребят. Ух, такой вот. Держи, держи. Вот, вообще на шее держи. Ну-ка, держи. Если я показал прям это мастерски, ну-ка, я сам не ожидал. Я подстрахую, не переживайте. Держи. Это тебе, Артем. Ага, это тебе. Оп, молодцы, красавчики. Можно? Нужно, все, поднимай. Давай, молодцы. Даже ты не можешь. Ты еще на час хватит у тебя времени, на час, не собираешься. Аккуратно, аккуратно, красивый соскок. Соскок. Так, Дима, не балуйся, пожалуйста. Моя сестренка пришла, вы балуетесь. Ну как так? А? Ксюха, приедет. Мозоль натерла? Ну, этот, терпимый. Сегодня горячая ванна и горячая заправка. Аккуратно, потому что с вами Владимир так похолодит. С солью и содой. Горячую воду прям сделай, побежишь, хорошо очень. Получится. Сергей, что там за люди? Нет. А, так задумался о своей жизни. Я устал. Там все устали, кроме меня. Все устали. Я сегодня как этот, хожу только получаю, да, всем. Чей труба? Мой. Сейчас Петр Владимирович, да, соскок. Парни, одеваемся, ну чё. Я не звоню вам это. Самое главное, да, без этого. Так, Анечка, что, шпагат последок? Выбирай какое-нибудь интересное тебе место. Ну, можешь на матерном шпагате сесть, если хочешь. Шпагат? Прям шпагат? Шпагат, прям шпагат. На мате мягко, можешь на мате сесть. И шпагат, прям шпагат, да. Вот, это хороший шпагат, да, заявка на победу. Так, ребята, я вас прошу, пожалуйста, не балуйтесь, ладно, в следующий раз. Ну, время тратим, мы будем объяснение там. Стоп. Ты задачу же помнишь? Смотри, вот сегодня какое это упражнение сделал, потратил 5 минут. Запиши в тетрадочку. Себя загнул. Какие ты занятия сделал? А знаешь, что лучше сделать? Запиши в тетрадку, который ты хочешь на следующий урок сделать. Упражнение научиться не сделать. И мы их выполним. Лайчгейн, ну пишите, заведите тетрадку, я что-то просил. Вы запишите упражнение, которое вы хотите выполнить, научиться. Запишите на тетрадке. Но не важно, ведь тетрадки надо записать. Ну, какой-то. Ты, кстати, еще не важно, это твоя же будущая помощь. Ну, я уверен, что ты полчаса затягиваешь. Ну, начинайте. Нет, все это. Если все готовы, можете собираться. Как ты, Серый, на машине? Да, там кто-то вроде подвезти, он не переезда. Ты переезжаешь, что ли? Да. Ты что, на чай едешь на кофе? Если все. Домой? Да, хотя бы всех подпрошить. Нет, тогда значит это, если да, тогда с Петром. Собирайся. Я пешком пришел. А, ты пешком? Да. А, это ты нас забросил? Да, да. А, я понял. Поэтому я и спрашиваю, ты переезда, ты переезда. Все, я понял. А что, поехали, я чай и кофе попьем. Все пешком. Не, Серега на машине, молодец. Поехали, чай попьем, Серега. Что тебе в школу? У тебя завтра выходной? Завтра, да. Ну. Я сегодня решил перейти пешком. Все, я что-то не занимался еще. Его когда вы хочу продолжить? Я там на интересном месте остановился. Все, хорошо. А дочитать не успел, потому что надо было уже выезжать. Я понял. Анечка, тебя на чай не приглашают, потому что время позднее, ты еще уроки тебе надо делать. Я не учусь. А-а-а. Уроки надо делать тебе? Нет. Помоюсь. Завтра... Раз не учусь, значит, не надо. Смотри, какая штука интересная. Ну, это чай вот это... Почему? Почему не учите? А я это... Она крутая. Она на красный... Аттестат, диплом и прочее. Нет, на самом деле я прошла профессиональный этап по олимпиаде по-русски. Я завтра подготовка. Ага. Ну, круто. Это круто. Смотри, по занятиям. Занимаемся каждый день. Ты теперь место знаешь где? А, вот Артем... Если дойду. А что? А, я понял. Ну ты дойти надо. Это не значит завтра. Здравствуйте. Здравствуйте.
шахматный клуб. Смотри, занимаемся каждый день, 6 дней, в субботу тоже. Здесь занятие 16.00, но я провожу занятия с 18.00. Например, ну, чувствуешь, силы есть, время есть, возможности есть. Звонишь, сообщаешь, я прихожу, ну и все. Ну, встречает тебя это, тоже взрослая, сам наивность, там осмотришь. Ну а почему не пробуешь? Не хватает знаний. Значит, надо подлегать. Всем до свидания.